Необычайно ароматную и вкусную пиццу я хочу предложить вам на пробу. Если вы любите баловать себя и домашних несладкой выпечкой, то не проходите мимо этого рецепта. Просто быстро и аппетитно. Этот рецепт способен перевернуть ваше представление о вкусе пиццы. Тесто может быть как традиционным, так и на цельнозерновой муке, например. Вместо привычного томатного или белого соуса – ароматное масло. В начинке несколько видов сыра и свежая зелень. Уже заинтригованы? Тогда запоминайте этот вариант, как приготовить сырную пиццу с чесночным маслом, и обязательно повторите дома. 1. Замесите любимое тесто для пиццы и выложите его в форму, смазанную маслом. 2. Распределите тонким слоем и оставьте минут на 10. 3. На сковороде тем временем разогрейте оливковое масло. Выложите измельченный чеснок, орегано, добавьте соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте, подержите на огне еще минутку и снимите. 4. Параллельно вымойте и обсушите базилик, натрите на терке сыры. 5. Аккуратно выложите масло на тесто, распределив равномерно. 6. Следом базилик. 7. Присыпьте все сыром. 8. Лучше всего взять 2-3 вида твердого сыра и один мягкий. Отправьте пиццу в разогретую до 230 градусов духовку минут на 10. 9. Когда пицца подрумянилась, можно выложить сверху мягкий сыр, рикотта отлично подойдет, и еще на 1-2 минуты отправить в духовку. 10. Обалденная сырная пицца с чесночным маслом готова. Приятного аппетита!